Всем привет, хочу показать наши продукты, которые мы купили, Костко. Мы 2 дня назад ездили, но я не снимала и не сняла, домой обычно приношу и показываю продукты наши. Но я тоже не сняла, сейчас хочу вот сделать обзорчик. Правда, мы уже отдали. Мы купили чизкейк, такой большой, коробка, правда, такая большая. И там творожный такой чизкейк, он натуральный. Прям домашний творог, удивляешься даже, откуда в Америке такой творог бывает, ну, существует. Вот, и, ну, как бы натурально, прям как русский творог, только, ну, чизкейк только сделали они. И также мы взяли булки, мы его отдали, этот чизкейк, гостили соседей, вот, потому что он большой, и я не люблю творог, поэтому, вот, для нас он сильно большой. И также купили вот такой огромный пакет булочек, вот такие булочки, ну прям как домашние сдобные булки, вот. Но я, мама не захотела, а я буду кушать их одна, вот, и мы тоже их решили отдать. Всем привет, хочу показать такой полуфабрикат, вот, ну, в России, вообще в Америке, в Корее есть такая лапша, быстрое приготовление, да. Вот, это как бы замена такой лапши, и она, ну, как бы в разы лучше. Вот здесь, как бы она, лучше она тем, что вот в ней натуральные продукты. Вот это вид с креветками, у меня с куриным мясом есть еще. Вот здесь готовая лапша, это креветки в тесте, корейском таком, как бы, как они любят вот это тесто, тонко-перетонко. Какое-то, ну, зеленое. Что-то зеленая трава какая-то, и там бульон есть такой, он сладкий, очень вкусный. Вот, и вот это все добавляешь воды и греешь в микроволновке, и ну, там сметанки можно добавить, и получается очень вкусно. То есть это не просто вот сухая лапша, да, вот они с добавками и натуральные добавки. И также есть вот с куриным мясом, там есть добавки морковка, кукуруза, морковка, курица и бульон, вот, и мясо, да, куриное, прям натуральное, прям порезанная курица, белое мясо, прям все, прям, и здесь креветки такие вкусные, вот 2 вида у нас, по крайней мере, больше мы не видели, сейчас хочу поставить и разогреть. Так, вот коробки большие, это все с Костко. Вот такие печеньки, это как русские, я помню. В русском тоже такое было. Вот это сердечки слоеного теста, приближенные к русскому варианту. Очень хорошие, ну, прям вкусно-вкусно. Вот такое с Лойком есть. Вот. И я фотку делала в Инстаграм. Вот. И очень вкусное яблочное варенье там, натуральное, прям все как домашнее. Вот коробка такая вот большая. И там их много штук. Также взяли в этот раз мы две, вот мы брали в прошлый раз одну вот такую банку, и в ней много-много сока. Этот сок разный, манговый, есть клубнично-банановый, там, например, яблоко-банан, там клубника-банан, мясная ягода. Но в этот раз мы взяли аж 2 коробки, вот таких вот у нас. 1, 2, 3, 4. И здесь 1, 2, 3. В общем, взяли в этот раз 2 коробки. Потом мы взяли вот такие сушеные грибы. В этот раз были, ни разу не видели. Это мы с Костко в прошлый раз. Сок стоит. Одну выпили, другую нет. Это огромная бутылка дюшес стоит. Вот эта пластмассовая бутылка. Очень вкусняшка хорошая. Вот там стоят помидоры. Это с русского магазина. Видно, наверное, да, вот. Вот стоят помидоры, это с русского магазина, видно. Теперь видно. Ну, там вода стоит, и... Короче, вот видите, такая вот коробка, вот. И вот такую коробку мы взяли 2 штуки рамен. То есть рамен, который, как вот лапша. То есть рамен корейский, вот они лапшу делают, и туда овощи ложат. И вот такой рамен, вот как он, ну, все привыкли, доширак, да?
он как бы готовая только лапша, но больше ничего мне нет. А здесь как такая, знаете, в России, я думаю, такая мечта была бы. Потому что привыкли, ну, на картинке нарисуют там все, да, мясо, там что-то, овощи, а на самом деле, ну, там только лапша. Вот, а, ну, как, а в этой вот рамёне они прям все ложат, и все вкусно, натуральное. Так, дальше показывать, что ли. Ну, взяли мы сосисок, они не очень хорошие, вот так. Ой, не очень они хорошие. Вот так же вот у меня эти булочки. Вот, вот она, вот такая коробка. Там их много штук. Вот таких вот тарелок. Это вот еда. Лапша рамен. Обычно как доширак, только с овощами, мясо куриное. И овощи. Там перец, кукуруза и морковка. Ягода вот такая упаковка. Это плюмбери. Вот она. И целая коробка вот большая. Также малина. Я опять не ем. Малина надо есть, мне вот она малина. Две коробки, очень много мама ягоды взяла. Там вот это ежевика. И вот там клубника. Вот там клубника. Просто я все не показала, теперь вот неудобно. Взяли шашлык костовский. Вот таких упаковки, вот такие ваночки, две штуки. Потом взяли красную рыбу засолить. Огурцы, не помню, вот это мы две упаковки яиц взяли. Это с Walmart'а, а это с Costco. Видите, сколько у нас яиц получается вообще, да? Вот, и здесь что-то фарш вон какой-то, наверное, с Walmart'а или это с Costco, не знаю. Потом вот, ой, вот еще малина, я говорю, она, мама взяла целый ящик вот таких ягод. Вот малина, очень вкусное все. Знаете, как будто с огорода. И вкусно-сладко, хотя зима. Вот. И вот перец, что-то тут огурцы. Ну, огурцы, перец, это и ваночка есть. Сливки, йогурт у меня вот целый фруктовый стоит. Два молока вот в Костко взяли. Потом виноград, это с Ломарса стоит виноград. Перец, огурцы, и вот огурцы. Потом в Костко мы взяли вот что. Маме понравился вот этот салат. В общем, это готовый цезарь. Вот тут сыр, мясо, соус и помидорки только можно положить. Черри. Вот, и вот мы уже две, наверное, съели. Я не знаю, мы все уже съели уже все или только одна осталась, ничего есть. Это у меня с русского магазина шпроты. Потом сало мы брали, в русском лежит. Это перекусы вкусные. Это сладости. Это сыр. Это вот это. Филадельфия. А, вот еще. Может, две что ли осталось всего? Не знаю, сейчас надо спросить. Ну, там, конечно, вот там авокадо. Целый ящик авокадо. Там целый ящик лимонов. Ну, пол ящика лимонов, пол ящик авокадо. Помидоры, помидоры, редиска. И сука, наверное. Морковка. Ну вот они, вот эти лапша, вот эта, о которой я говорю, рамен, только она как доширак, но она с овощами, натурально, как на картинке. Вот я все взяла этот раз, это упаковка омлета. Я, конечно, борзею, но как бы уже тут в Америке мы привыкаем, тут всего полно, и я взяла, сейчас он будет падать. Что ж ты будешь делать? Вот этот омлет, короче, такой, готовый. Вот он, шашлык, сосиски другие мамины. Два вида, и вот эта лапша, это печень, что-то там вареники с русского, пельмени, вареники, это домашние. Ну так что-то вареное, вообще ничего нет. Что такое? Так, ну вот я достала этот самый. Достала я вот этот, вот она лапша, обычно как в упаковке. Вот, и... Сюда ложу сметанки, оно все натуральненькое, сладенькое. Это креветки, вот в этом тесте. Корейские вареники вы не ели в России, не знаю, но где-то, может, у вас вечер есть. Но вообще это вкуснятина, вот.
И внизу там бульон готовый. Он растворяется, и перемешать надо все. Положить сметанки или еще чего-то. Вот, и вот с такой травой. Это такой, ну, такой, как бы, креветки, трава, вот это поэтому. Вот такое. В общем, такая вкуснятина, я вот хотела показать, покажу. Сейчас даже попробую. Вот она, такие две больших коробки. Мы в Костко купили, вот она, лапша вот эта. Я не показала коробки. Я обязательно сделаю такой обзор, ну, отдельное видео куда-то вставлю. Вот, ну так в целом показала. Такие большие закупки были. Хлеба много, вот эти печенье, сдобы две. Вот хлеб, потом печенье, ватрушки эти, слойки и сердечки. Сока два, вот, сосисок по два вида, ну, ягод-то вообще, ну и молоко, яйца, и, в общем, по-моему, все. Что-то у меня такое ощущение, что, может, что-то упустило, там, ну, вот, больше так не помню. В общем, если кому понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока. Сейчас специально прям попробую. Вот оно какое тесто, оно разваливается. Видению. Ну вот она креветочка, видно вам, не знаю. Просто я знаю, что некоторые показывают еду, и интересно, что там в коробках, как бы распаковывать. Я ложу сметану. Вот так вот, видите, сколько. И сюда. Вот, и ем все вместе. Можно еще что-то положить и съесть. Так, и так вот они так разваливаются. Не совсем удобно. Я сама первый раз эту ем. И у меня ем с куриную, другую. Тоже вкусную.